Скажи, ты откуда к нам приехал? Из Калуги. Я вот просто смотрю нолик, думаю, либо Московская область, либо Калуга, Калужская область. Ну, что, по готовности и поехали под аплодисменты. Ну, позапоздал человечек, ну, бывает, а. Он, видимо, с Калуги ехал через Саранск. Там еще Смоленск, потом Ульяновск, и как раз к нам приехал. В принципе, нормально. Смотрим время. Минута 43, 9, 3, 5. Неплохое время, кстати, хочу тебе сказать сегодня.